Лопатина. По словам старейших жителей, название села произошло от фамилии первых поселенцев, прибывших с запада России, Лопатиных. Начиная с 1915 года и до 1927 постоянной школы в селе Лопатино не было, а учиться ходили по домам. Первая 7-летняя школа появилась в 1927 году. В 1975 был организован колхоз «Заря». В декабре 1979 появилась новая школа. Колхоз «Заря» является базовым хозяйством в районе по внедрению передовых технологий отрасли животноводства и растениеводства. На территории сельсовета находится детский оздоровительный лагерь «Солнечный». В состав администрации входят село Лопатино и деревня Тайлакова.